Твери усилен контроль за работой управляющих организаций, отвечающих за содержание жилых домов и своевременное устранение с крыш снега и наледи. В зависимости от типа кровли, сосульки сбивают бригады альпинистов, так называемые снежные карнизы ликвидируют с помощью вышек. Подробности в нашем сюжете. Сотрудники ГУК Пролетарского района сегодня работают с малоэтажным жилым фондом. С середины декабря расчистка кровель стала едва ли не самым востребованным видом работ, которые проводят управляющие организации. Сюда, на улицу Халтурина, вышка приезжает уже не первый раз. Основной упор делается, конечно, на вот данный момент на скатные кровли, потому что угол большой, то есть снег при движении может, он и улетает далеко, да, то есть и его много, и он, соответственно, может, не дай бог, причинить вред. У дворника Юрия Евгеньевича свое орудие труда. Вот таким телескопическим скребком он каждый день сбивает сосульки. Работу управляющих компаний ежедневно отслеживают сотрудники районных администраций. По всем выявленным недостаткам в адрес управляющих организаций направляется уведомление о принятии необходимых мер. В настоящее время под пристальным вниманием контрольно-надзорных органов количество невыполненных предписаний значительно уменьшилось. С начала года на рассмотрение административной комиссии поступило 159 дел. 90% материалов касаются ненадлежащего содержания кровель в зимний период. Размер штрафов по 35-й статье вырос значительно. Административное наказание в виде административного штрафа для юридических лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При расчистке придомовых территорий может снег сдвигаться, формироваться в валы, ширина которого и высота не должна превышать, соответственно, 1 метра в ширину, 1 метра в высоту. Если это превышает данный показатель, они должны, снег это должен собираться и вывозиться. Если этого не произошло, административная ответственность наступает по пункту 2 статьи 35, довольно тоже серьезная история, то есть от 35 до 70 тысяч рублей штраф. При обнаружении сосулек, снежных шапок, свисающих с крыши, жителям необходимо обратиться в управляющую компанию. Также можно оставить жалобу в администрацию района. Напомним, в связи с участившимися случаями ненадлежащего исполнения управляющими организациями своих обязанностей, в Твери усилен контроль за их работой. Мониторинги во всех районах города проходят каждый день. Администрация Твери уже подала исковое заявление в суд и просит признать незаконным бездействие 17 УК, ТСЖ и ЖСК, которые игнорируют предписание и не убирают снег и наледь с крыш и фасадов домов.